Когалыме проживает более 60 национальностей, и каждый отличается своей самобытностью. Фестиваль в братстве народов «Сила России» призван на поддержку дружеских отношений между всеми этими культурами. Русские, украинцы, ханты и манси, татары, чуваши, белорусы, чеченцы. У каждого свои традиции, свои костюмы, свои песни. Но сегодня всех объединила музыка. Задорные цыганские напевы сменяют мексиканские страсти. Юная Татьяна Тринкаева вызвала настоящий восторг среди зрителей. Своим эмоциональным танцем ей удалось перенести всех гостей фестиваля на побережье Карибского моря под знойное солнце. И в это время ничего не напоминало о минусовой температуре в родном Когалыме. Мексиканка, и поэтому мне мама поставила такой вот танец. И этот танец был поставлен для того, чтобы люди тоже увидели разные культуры. Святая святых молодежного центра метро за кулисьем. Пока одни артисты выступают на сцене, другие репетируют свои номера перед выходом. Снова и снова повторяют выученные движения. Юные артисты волнуются, поэтому боятся сбиться с ритма, повернуться не в ту сторону или вообще забыть танцевальную связку. Но на сцене все проходит, ведь зрительный зал очень тепло встречает каждого выступающего. Голосами перекликаются сегодня север и юг, восток и запад. Каждому народу хочется рассказать обо всем самом важном в песнях, танцах и стихах. И каждый делает это по-своему. Свою песню я посвятила моим родным когалымчанам, моим друзьям, моим подругам. Мне хотелось бы, чтобы в нашем городе процветало содружество. Красиво спели, колоритно выступили и казаки. Песня для них – главное средство выражения чувств и эмоций. С ней рождались, шли воевать, песнями мерили расстояние. Издавна каждый казак знал более 1000 напевов. Первый номер был посвящен, получается, нашей прекрасной родине, необъятной, где золотые поля, и все это наша с вами родная земля. Вот. А второй номер был посвящен тоже нашей любимой матушке России, и про молодого казака пелось. Русский народный костюм – это своеобразная летопись жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Коллектив «Антре» сумел очаровать всех зрителей. Веселые девчонки, пусть ненадолго, но все же смогли повернуть время вспять. Спектр вот этих красок, вот этого разнообразия может быть представлен через творчество, через вокальное творчество, через танцевальное, через поэтическое. И вот для этого проводится данный фестиваль. В Когалыме помнят, в городе гордятся. Здесь пытаются сохранить и передать культуру каждого народа подрастающему поколению. Ведь... Екатерина Дементьева, Алексей Николаев и Евгений Скляров. Специально для новостей.